Ну, судя по подъезду, текущий капитальный ремонт давно не делали в этом доме. Что у нас предусмотрено по программе, какая ситуация по сбору платежей по этому дому? Этот дом у нас 53-го года постройки, то есть ему уже более 60 лет. Ремонт капитальный, он какой-то делался, но подъездов вот давно уже не делали. Значит, включили в собрание на ремонт, и мы цоколь видели, да, вот у нас балконы. Есть вопросы по системе водоснабжения в этом доме. По стоякам ситуация пока здесь удовлетворительная, и большой вопрос здесь в кровле еще. Ну, конечно, с такими рамами, с таким стеклением теплопотери большие. Да и подъезд-то совершенно по-другому будет выглядеть, если отремонтировать, порядок все привести. Меня порадовало, как муниципальное предприятие обслуживает дворовые территории, потому что примеров плохого содержания мы видим массу, а вот таких образцовых дворов не так много. Но это тоже не повод расслабляться, потому что по этому двору еще много чего предстоит сделать для того, чтобы он был удобным и комфортным для проживания. Чудес никаких не бывает. Все, что происходит в доме, во дворе, это результат работы. Результат работы управляющей компании. И вот эти превращения денежных средств в определенные услуги, оно должно происходить очень прозрачно, очень понятно для всех.